Всем привет! Сегодня покажу вам, как при помощи банки от кофе и рулона туалетной бумаги я обогреваю свою палатку и довольно успешно уже пару лет. В качестве топлива покупаю антисептик для рук, он же спирт. Беру по 40 рублей за баночку в магазине Светофор. Этого бутылька хватает на две рыбалки, если рыбачить до обеда. Горит отлично и без запаха. Из алюминиевого крепления для компьютерного кулера сделал вот такой переходник для подогрева воды или чая. Показываю, как это работает. Вода закипает очень быстро. Для безопасности и лучшей теплоотдачи я изготовил вот такой пламя-гаситель из автомобильного фильтра. Так что берите на заметку.
Вот на улице минус 25 сегодня, с ветром. В палаточке сидим, утепленно рыбачим. И вот они, горелочки. Тепло, вообще хорошо, сижу без перчаток. Красота. Так что берите на вооружение, горят уже 2 часа. Еще ни разу не дозаправлял. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.